Добрый день, меня зовут Александра Калошина, я основатель бренда Radical Chic. У меня в гостях Ника Ганч, гастрономический журналист, в прошлом журналист сферы моды, и у нее есть много секретов, как завязывать платки. Ник, я приготовила тебе наш один из самых интересных платков этого сезона. Это платок с дятлами. У него история появления очень смешная. Мы выпустили платок, где было очень много птиц. И нас все стали спрашивать, все стали рассматривать птицы и спрашивать. Женщины спрашивали, почему на наших платках нет соловьев, а мужчины спрашивали, почему на платках нет дятлов. Поэтому мы сделали отдельный платок с дятлами. Тема показалась нам интересной. Вот. И птицы красивые, и цвета подобраны, здесь, просто фантастические. Здесь разные породы дятлов, их оказывается очень много. Вообще каждый платок – это изучение. Да. Так, у меня для этого платка есть абсолютно уникальный узел. Переворачиваем платок наизнанку. Дальше мы складываем по диагонали опять концы. И еще раз по диагонали. И видите, так и получился дятел к дятлу, перышко к перышку. Оп, сложили. И вот так вот. Получилась уже лента, но узкая. И мы завязываем платок обычным простым одним узлом. Вот так, перекидывая. Что вполне себе уже красота неописуема. Смотрите, да? Вот так вот. Но нам не нужно легких путей, поэтому мы перекручиваем каждую часть. Получается такая альтернатива, как мы любим, ювелирным украшениям. Яркое пятно на черном платье. Лента из дятлов. Лента из дятлов. Вот такое у нас получается красивая такая перекруточка. А сзади мы завязываем просто вместе два кончика и прячем их там. Вот, посмотри, как красиво. Это же шик. Radical Chic.